Приветствую вас, аноним. У меня сложилось такое впечатление, что вы не совсем обращаетесь для того, чтобы мы помогли вам решить вашу проблему, а именно вот как себя вести в такой ситуации, это ваш вопрос. Соответственно, мне кажется, что вы пришли немножко не за этим, мне кажется, что вы пришли за чем-то другим. Вот, в частности, мне, например, кажется, что пришли вы за поддержкой, и хотите вы получить какую-то поддержку, может быть, понимание того, что вы поступили правильно, может быть, понимание того, что вы поступаете верно и так далее. Потому что, ну, судя вот по хронологии ваших сообщений, я бы не сказала, что вы прям хотите себе разобраться для того, чтобы выработать именно свою линию поведения. У меня создается впечатление, что здесь несколько другое. А вот что другое, сейчас постараемся разобраться. Итак, первое. Вранье мужу. Что такое вранье и что оно означает? Что человек себя не принимает, стыдится, имеет внутренние противоречия и убежден, что то, что он делает, это плохо и, вообще-то говоря, будет не одобрено, например, вам. То есть у человека есть устойчивое представление о том, что вы его не примете. Вы не примете и не поймете его. Это может быть связано как с реальным опытом, это может быть связано как и с переносом его собственных мыслей, его собственных переживаний, его собственного субъективного отношения к себе. Поэтому здесь нужно смотреть. Ну, конкретно на этот момент, и, соответственно, реагировать нужно не давлением, как вы реагируете, а вот мы как-то более гибко, более конструктивно, более мягко, может быть. А тогда как ваша позиция, на мой взгляд, достаточно жесткая. Дальше. Так, вы пишете, мне такое поведение неприятно, особенно дольше до последнего времени, хотя уже ясно, что спалился. Чем неприятно? Давайте разберем. Если неприятно, то чем? Нужно вам четко понимать, что именно неприятно вам. Потому что ваши чувства, и за них, за ваши чувства, ответственности никто не несет, кроме вас самой. А дальше. Такое случается довольно часто, говорят, что делают так, чтобы скандала не было, но обычно именно так скандалы приводят. Здесь вы снимаете с себя ответственность за вклад в появление скандала, скажем так. Дело в том, что если бы вы вносили свой вклад в скандал, то его бы не было. Так получается, что вы перекладываете ответственность за то, что у вас был скандал, на него. Здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру «Скандал». Она так и называется. Причины, приводящие к ней, как правило, следующие. Страх близости, как эмоциональное, так и физическое сдерживание своих эмоций, неконгруентность, то есть несоответствие внутреннего состояния внешнему. Намеренно, что ли, хочется разругаться. Здесь у вас идет акцент на него. Причем чувствуется некоторое обесценивание человека. Возможно, возвышение себя над ним, хотя, скорее всего, вы с этим не согласитесь.
Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что попытка понять его ни к чему не приведет. Вам нужна ваша четкая позиция. Вот мне кажется, что вы как раз-таки сами решение принять боитесь. Дальше. Выглядит плохо в последнее время, злой, подухший, недоволен работой своей, хотя раньше ходил туда с удовольствием. То есть что-то произошло, но что-то, чего вы не знаете. Как мне вести себя в такой ситуации? Как вести себя, чтобы что? С одной стороны, поддержать его хочется, но надо реагировать агрессивно с упреками. Я козлом отпущения и его неприятности быть не хочу. Я не знаю, конечно, какая связь между тем, что вы его поддерживаете, и он на это реагирует агрессивно, что в принципе нормально для российского мужчины, ну и для мужчин стран СНГ. Вот, и тем, что вы козел отпущения всех его неприятностей. Мне кажется, что эти вещи, конечно, могут быть связаны, но в целом здесь их связь видится мне, мягко говоря, сомнительно. Вот. Именно сомнительно мне видится эта связь, потому что, ну, я лично ее не вижу. Я могу, конечно, допустить, что она есть, я могу допустить, что она присутствует, эта связь, но пока что я не очень понимаю именно в вашем случае, как эта связь работает. То есть, почему вы становитесь козлом отпущения всех неприятностей мужа, почему вы позволяете себе быть этим козлом отпущения, даже если муж вас, ну, условно говоря, таковой видит, да? Вот. И, соответственно, как вы себя чувствуете в этом случае. У меня есть ощущение, что чувствуете себя вы достаточно негативно. А вот почему вы чувствуете себя негативно? Здесь нужно смотреть, это такое ощущение, да, что вас это как будто бы задевает, на самом деле. Дальше. Значит, далее у вас идут дополнения. Значит, я спокойно спросил, зачем было скрывать, ведь покупка нужная, бюджет у нас раздельный, сбрасываем на коммунальные важные покупки продуктов. Ну, раздельный бюджет, это, в принципе, неплохо, но в данном случае может говорить о недостатке доверия. То есть здесь может быть именно недостаток доверия. Вот. И, соответственно, вероятно, кому-то из вас такой формат отношений может быть не подходит. То есть мне кажется, что кто-то из вас некомфортно себя чувствует. Вот. Дальше. Негатив и желание во всем обвинять окружающих он принял от матери. Но, понимаете, вы говорите про его мать. Я повторюсь, как бы не особо важно, что он принял от своей мамы. Не особо это важно, понимаете. Гораздо важнее это как действуете вы. Гораздо важнее. Понимаете, в чем штука? Гораздо важнее ваша собственная позиция. И если вы пытаетесь понять человека, да, вот, то ничего хорошего из этого у вас не получится, если вы пытаетесь человека понять. То есть не себя, условно говоря, да, а именно человека. Ну, ничего хорошего из этого, повторюсь, не будет. Потому что
как бы здесь происходит замена, подмена происходит здесь, подмена таких, ну, подмена понятий, подмена ценностей, подмена ориентиром, скажем так. Вот. Понимаете, я надеюсь, что я имею в виду здесь. Вот. Дальше идем. Следующее. Так, он сейчас изменит свою мать, может, скорее всего, настраивает больше меня и его сестра. С временем, все, как она с вами сделает, мы чувствуем ответственность за нее. Я знаю, как по его мнению правильно, и мне эта ситуация кажется абсурдной, потому что я свою ЗП, по его мнению, трачу неправильно. Ну вот, знаете, здесь у меня возникает такое ощущение, что вроде бы вы достаточно такой, ну, может быть, жесткий и твердо уверенный в себе человек, вроде бы. Вроде бы. Но в то же время, как мне кажется, в определенных моментах, когда нужно, вы, может быть, недостаточно полно защищаете себя, защищаете свои интересы, недостаточно как-то вот реагируете на так сказать, интервенцию, да, в свои личные границы. Вот. Такое у меня, по крайней мере, впечатление. Такой образ у меня возникает, потому что вот то, что делает муж по отношению к вам, это да, в какой-то степени инфантильная позиция, конечно же. Но эта инфантильная позиция, она должна была из чего-то вырасти. Вряд ли бы она, ну вряд ли она просто так на ровном месте появилась эта позиция. Понимаете? Поэтому я думаю, что это связано со слабостью защиты ваших личных границ. Вот. При том, что делать это вы умеете, как мне кажется, да, при том, что делать это вы умеете, при том, что вы это делаете, но мне кажется, достаточно хаотично, может быть, чрезмерно, чрезмерно вы это делаете. Вот. И, ну, как бы не очень, может быть, бережно по отношению к себе, допустим. Вот. Так что здесь нужно посмотреть. Опять же, это поведение вашего мужа, а вы своего мужа измените вряд ли. Вот. То, что он пытается решить какую-то свою проблему, это очевидно, но то, что вы на это реагируете достаточно болезненно, это факт. Вот. Дальше идем. Значит, опять же, конфликт.
папе, с вашей стороны тоже идет конфликт. Не нравится мне сегодня себя как время, когда вряд ли начинает меня учить, как нужно жить. Хочется хорошо двинуть, чтобы мозги стали на месте. Я думаю, что вы здесь видите, ну, либо видите, либо чувствуете какую-то угрозу. Мне так кажется, вот, точнее, если быть честным, то я уверен в этом на, ну, практически на 100%, что вы в этом видите угрозу для себя, и, соответственно, из-за того, что вы видите в этом угрозу для себя, вам хочется двинуть ему, то есть появляется агрессия. Вот. Ну, другое дело, да, что как бы агрессия не решает проблем, и что как бы, ну, агрессируй, да, как бы толк-то все равно не будет, то есть проблем не решает никак. Вот, понимаете? Вот. Поэтому здесь нужно в первую очередь разбираться с тем, как вы сами на это, условно говоря, реагируете, как вы сами воспринимаете вот, ну, вот эту ситуацию с человеком, да, вот, и что необходимо, чтобы вы реагировали на это, более, ну, спокойно, что ли, вот. Потому что сейчас реагируете вы на это, на мой взгляд, достаточно болезненно, скажем так. Вот. Я не говорю, что вы не должны реагировать на это болезненно, ну, вы реагируйте на это так как можете, так как умеете. Я говорю лишь о том, что вам необходимо реагировать немножко спокойнее, чтобы это не было проблемой, чтобы вы, условно говоря, не вносили вклад в конфликт, да, то есть чтобы не подкрепляли негативное поведение своего мужа, чтобы муж не видел ну, подкрепления своего поведения. А так получается, что реагируя таким образом, вы даете ему внимание, которым он, вероятно, нуждается, и тем самым подкрепляете его поведение и как бы позволяете ему действовать дальше в таком же ключе. Причем формально получается, что вроде как вы против, формально получается, что вроде как вы не хотите, чтобы он себя так вел, а фактически получается, что вы соглашаетесь с его таким поведением. Хотя я более чем уверен, что вам не хочется, чтобы человек, ну, чтобы человек поступал подобным образом. Я вас понимаю, но реально получается что-то другое. Дальше. По поводу того, что вы хотите, значит, ну, ему там двинуть и прочее. Значит, это не решает проблем. Никаких. Совсем. Вообще. Это не решает никаких проблем, что вы хотите ему двинуть. Наоборот, это ситуация сугубля. Почему? Потому что вы его не принимаете, вы хотите его поменять. А вот мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович как раз и говорил о том, да, что, ну, что вы выступаете в роли преследователя,
здесь, и это не просто так. То есть вы на самом деле выступаете в роли преследователя, потому что вам нужно его исправить, вы хотите его исправить, вы пытаетесь его исправить. У вас не получается это сделать, но вы пытаетесь его исправлять. Вот. И в итоге получается, что это тратится огромное количество вашей энергии, потому что вы пытаетесь исправить того, кому это в общем и целом не нужно. Вот. Вы пытаетесь исправить того, у кого нет мотивации. Нет мотивации исправлять. И вас задевает то, что человек требует от вас того, что вот вы должны там делать, например, со своими деньгами. Я могу вас понять, ну, условно говоря, могу вас понять, могу понять, почему вас это задевает, да, условно говоря, вот, но это не значит, что с этим не нужно работать, да? То есть как бы помочь вам разобраться в проблеме. Ну, как раз то, на что могут быть направлены наши усилия, как мне это видится. Вот. Но все-таки нужно разобраться в себе, потому что муж, он такой, не первый раз, не впервые, вот, он, мне кажется, таким уже был. И, как бы, ну, наверное, какое-то время вы его принимали таким. Может быть, надеялись, что он станет другим, может быть, надеялись, что он исправится, что он поменяется. Вот, когда этого не произошло, вы начали агрессировать, чувствовать злость, может быть, чувствовать негодование. Вот, ну, только вот по факту, да, как бы, ситуация, она остается по-прежнему неразрешенной для вас, к сожалению. Потому что вы, на мой взгляд, надеетесь, что изменится именно муж, а ему меняться, повторюсь, нет никакого. Никакого стимула, никакого мотива. Вот. И получается, что вы жертва в этой ситуации. Вы говорите, что я просто наблюдаю. Мне кажется, что это не просто наблюдение. Мне кажется, что это своего рода нежелание брать ответственность на себя. Вот. И надежда, что все само собой как-то разрешится. Хотя я уверен, что вы достаточно умный человек, чтобы понимать, что не разрешится все само собой. Я уверен, что вы это знаете. Вот. Так что я бы сказал, что на данный момент не совсем четко сформулирована ваша цель, то есть чего я хочу от психолога, да?
на мой взгляд, не четко сформулирована эта история. А вам нужно более четко сформулировать, что вы хотите. Для того, чтобы это сформулировать, нужно определиться с своими целями. То есть, вот вы говорите, да, там, как себя вести. Вот. Ну, определитесь с целью, как себя вести, чтобы что. Как себя вести, для чего. Вот. И не забывайте, что мужчину вы не измените. Что если человек не хочет меняться, он меняться не будет. Вот. Я думаю, что вот, на что вам нужно обратить внимание, это на свои личные границы, которые, мне кажется, вы не решаете, скажем так, в полной мере. Вот. Уж я не знаю, с чем это связано, да, то есть может быть, не привыкли, да, может быть, боитесь, вот, может быть, еще какие-то, ну, еще какие-то, может быть, нюансы есть, но вот мне видится ситуация такой. Вот я не настаиваю, на чем вы не подумайте, пожалуйста, чего плохого. Я не настаиваю, просто говорю то, вот как мне, ну, как мне видеть. Вот, и, соответственно, предлагаю лучше, там, допустим, лучше разобраться в себе, например, чтобы, ну, было меньше у вас таких вот проблем. Вот. Это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить сейчас, вот, с точки зрения психотерапии, да, и психологии. Вот, на этом все, давайте, наверное, на этом закончим пока что. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим образом.